История преступления и наказания. Один из наших зрителей стал свидетелем справедливого возмездия. Снял происходящее на видео и отправил в редакцию. Подробности в рубрике «По пути». Ночь, улица, светофор и два автомобиля на одной полосе. Обменявшись приветствиями, водитель темной машины резко перестраивается и сворачивает вправо, не дождавшись разрешающей зеленой стрелки. Нарушений тут сразу несколько, и остались бы они исключительно на видео, но справедливость в этот раз все-таки восторжествовала. Оказывается, напротив общительных водителей стоял экипаж ДПС. Дорожные инспекторы включили маячок и отправились в погоню. А вот и результат. Погонять между рядами машин, нервируя окружающих, для некоторых водителей развлечения. Жаль, что на всех инспекторов не хватит. Зато у нас есть компромат. Новый Уренгой оттаивает после снежной зимы. По улицам и дворам не то что пройти, проехать сложно. В таких обстоятельствах стоило бы проявить к окружающим хоть немного уважения и не бросать свой транспорт, где попало. Чтобы обойти этот авто, нужно либо в луже утонуть на проезжей части, либо идти по крыше. Возмущается девушка, которая отправила нам это фото. Увидели нарушение? Присылайте фото и видео улики на редакционный Viber или WhatsApp. Мы обязательно их покажем. Соблюдайте дорожные этикеты и помните, за вами наблюдают. Лала Гасанова, Юлия Пегушина, телерадиокомпания «Сигма» для Нур-24.